20 часов в Самаре, в эфире новости на канале «Губерния», в студии Георгий Федоров. О главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чем расскажем. Обозначил ключевые направления работы по развитию региона и лично протестировал работу городского транспорта. Новый глава Самарской области погружается в дела губернии и актуальные проблемы людей. Подробности скоро. Развитие инноваций, поддержка социальной сферы, межпарламентский обмен опытом. Законотворцы из всех субъектов Приволжского федерального округа собрались в Самаре. Значимые моменты их работы в нашем выпуске. В Самарской области продолжаются сельскохозяйственные испытания. Местные аграрии делают шаг навстречу экологии и постепенно отказываются от дизельного топлива в пользу газа. В чем его преимущество и что апробируют, расскажем. Правительство Самарской области ушло в отставку. Соответствующее постановление подписал в РИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Это стандартная процедура при назначении нового руководителя региона. Сейчас действующие вице-губернаторы, министры, руководители департаментов назначены временно исполняющими обязанности. Обозначил ключевые направления предстоящей работы и задачи по развитию Самарского края. На расширенном заседании областного правительства в РИО губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул важность совместной работы правительства области, федеральных структур, общественных организаций и деловых объединений для достижения национальных целей, поставленных президентом России. Также призвал участников заседания, как опытных профессионалов, выявить болевые точки в своих сферах и подготовить системные проекты, для которых может потребоваться поддержка федерального центра. Самое главное в нашей с вами работе – это вместе, одним большим коллективом, правительство региона, федеральных структур, которые работают на территории субъекта, общественных организаций, деловых объединений, понять, какие у нас точки роста. Где-то необходима поддержка федерального центра, серьезная поддержка, которая позволит большие проекты реализовать. Уважаемые коллеги, я вам обещаю, что всю поддержку, которая нам необходима, если проекты хорошие, мы получим. И сегодня же временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области оценил работу трамвайной сети в областном центре. В обеденный перерыв вместе с руководителем Минтранса он совершил поездку по одному из городских маршрутов. Вячеслав Федорищев пообщался с пассажирами, узнав их мнение о состоянии общественного транспорта. После глава региона провел рабочее совещание с врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным. Люди очень по-доброму, но при этом очень конкретно поставили и обозначили проблемы. Они прямые. Мы с вами ехали на трамвае, какого года он выпуска. У нас более 300 трамваев, и только 12 из них за последние года были обновлены. Это ничто по сравнению с теми возможностями, которые у нас есть, а самое главное, с той необходимостью в обеспечении комфортным транспортом наших жителей. Вячеслав Федорищев дал поручение руководителю Минтранса в течение недели подготовить программу обновления парка общественного транспорта. Провозная способность трамвая в Самаре, она очень большая. Даже при такой ситуации, когда трамвайные вагоны выходят из строя, плохая инфраструктура, примерно около 30% всего пассажира, 45 миллионов пассажиров, они перевозят. Программу готовим, мобилизируемся, тогда в кратчайшие сроки доложим. В РИО губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев завел официальный телеграм-канал. В нем глава региона будет делиться актуальной и оперативной информацией. Вячеслав Федорищев также отметил, что этот канал станет площадкой для общения с жителями губернии. Уважаемые жители Самарской области, это мой официальный телеграм-канал. Здесь буду делиться с вами последними новостями, рассказывать о наших планах, о действиях, которые предпринимает команда правительства по социально-экономическому развитию региона. А также буду делиться личными впечатлениями о жизни в городе, о том, какой красивый и замечательный край Самарская область. Буду в ближайшее время посещать буквально каждый район. Все красоты буду выкладывать сюда. А также обсуждать с вами планы. Этот телеграм-канал со временем станет и площадкой, где мы будем с вами общаться. А пока буду делиться самыми оперативными новостями. Всем хорошего дня, хорошей рабочей недели. До встречи.
На что жалуются жители губернии в госпабликах и что обсуждают в интернете? Чаще всего люди поднимают вопрос о работе коммунальных служб по всей области. Более 28 тысяч обращений зафиксировала система инцидент-менеджмент за прошлый месяц. Как решают проблемы с водоснабжением, нам рассказали в Центре управления регионом. Из-за жаркой погоды в некоторых населенных пунктах Самарской области наблюдаются перебои с водоснабжением. В конце мая жители поселка Металлистов в Сызрани остались без воды на трое суток. Поселок находится в черте города и в нем проживает более 2000 человек. Изначально причиной была поломка насоса, и воду обещали дать вечером того же дня, 27 мая. Но что-то пошло не так. ЦУР адресовал эти обращения в администрацию Сызрани. Там объяснили, что на линии проводились аварийно-восстановительные работы, и вода подавалась с пониженным давлением. По данным на начало июня, водоснабжение в поселке Медалистов подается в полном объеме, без ограничений. Жители села Верхнесъезжие Нефтегорского района также просят разобраться в ситуации с водоснабжением. В конце мая там наблюдались перебои с водой. Люди пишут, что вышла из строя скважина. Согласно информации местных властей, в селах Верхнесъезжие и Зуевка проведены работы по очистке и промывке резервной скважины, и водоснабжение восстановлено. При этом специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторить качество воды, поступающей к потребителям. Администрация села Верхнесъезжие совместно с водоканалом проводит работы по восстановлению вышедшей из строя скважины и готовится к бурению новой скважины. Вопрос чистоты воды, а значит, качество жизни человека. Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев доложил вице-премьеру страны Дмитрию Патрушеву о том, как идет строительство очистных сооружений в регионе. В режиме видеоконференции сегодня он принял участие в заседании по вопросам реализации федеральных проектов оздоровления Волги и сохранения озера Байкал. На совещании, которое провел заместитель председателя правительства России, обсудили ход строительства очистных сооружений и их функционирование в рамках нацпроекта «Экология». Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Волга и Байкал играют важнейшую социально-экономическую роль в жизни 19 регионов, но при реализации проектов по их оздоровлению и сохранению в ряде субъектов страны были выявлены системные проблемные вопросы, которые требуют отдельного внимания. Стоит задача увеличить мощность очистных сооружений и снизить объемы загрязненных выбросов в воду. Коллеги, объекты для галочки, ну, на самом деле никому не нужны. Предусмотренные мероприятия напрямую влияют на качество жизни и здоровье людей. Мы все это должны завершить вовремя и, самое главное, качественно, чтобы добиться того эффекта, который от нас изначально ждали, и реализовать те цели, которые были поставлены. В Самарской области построено 10 новых объектов очистки сточных вод, еще 7 в стадии возведения. Руководитель региона Вячеслав Федорищев отметил, что сейчас проводится комплексная оценка хода и качества строительства очистных сооружений. В этом помогают не только надзорные ведомства, но и депутаты Государственной Думы, а также активные жители Самарской области. Сегодня утром перед заседанием в Рио губернатор региона встречался с главами муниципалитетов и подрядчиками, которые возводят и реконструируют эти объекты, чтобы детально разобрать проблемы. Замечания будут устранены, чтобы достичь заданных показателей по очистке стоков в Волгу. В региональном бюджете также предусмотрят 1 миллиард 200 миллионов рублей дополнительного финансирования. Конечно же, это наше полномочие. И вообще мы здесь не разделяем вот муниципальное и региональное. Для нас это все одно, это все наше региональное обязательство. Будем работать с тем, чтобы максимально быстро во взаимодействии с Минстроем, с Минприродой выполнять. Первый приоритет для нас – выполнить нацпроект и устранить все замечания. Буду держать работу на личном контроле. С подрядчиками уже сегодня сам лично начал работать. И правоохранительные органы тоже к этой работе будут привлечены. Законотворцы из всех субъектов Приволжского федерального округа собрались в Самаре. Среди задач Ассоциации законодателей – развитие инноваций, поддержка социальной сферы, межпарламентский обмен опытом. Подробности у Леонида Кошмана.
Серьезные цели и задачи стоят перед властями всех уровней. Их поставил президент России Владимир Путин. В ходе 72-го заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов России Приволжского федерального округа обсудили повышение качества жизни людей, инновационное развитие, меры социальной поддержки. Открывая заседание, в Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что необходимо добиться опережающего социально-экономического развития ПФО каждого региона, в частности Самарской области. В Самарской области сильная традиция парламентаризма, работоспособная, деятельная губернская дума. Ее работа заметна не только жителям региона, но и также на федеральном уровне. Активно работают депутаты Государственной думы, сенаторы. Все включены в жизнь городов, муниципальных парламентов. Это все говорит о том, что в этой сфере работают люди неравнодушные, профессиональные, искренне заинтересованные в улучшении качества жизни. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что такие мероприятия должны стать для 63-го региона традицией. Заместитель полномочного представителя президента страны в ПФО Игорь Буренков отметил, что одна из главных задач – содействие защитникам Отечества в ходе специальной военной операции, а также рост благосостояния жителей. Когда мы говорим о уровне социального самочувствия, да, конечно, мы говорим о том, что люди должны, это в первую очередь, чувствовать от местной власти. Она должна вести диалог, который не должен быть, возникать только тогда, когда чрезвычайные ситуации проявляются. Он должен быть постоянный и, в общем-то, приводить к тому результату, о котором мы все хотим. А это какой результат? Это лучшая жизнь людей. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников ознакомил участников заседания с передовыми наработками в области инноваций. У нас вся автопромышленность, у нас авиапромышленность, у нас сельское хозяйство, у нас очень много видов того, что мы делаем на мировом уровне. Один из ярких примеров. В 2023 году технопарк «Жигулевская долина» занял первое место в рейтинге технопарков России. Еще одна площадка передового развития – Самарский государственный медицинский университет. Мы обсудили конкретные точки роста, в том числе в Самаре. Еще раз подчеркиваю, просто Самарский медицинский государственный университет просто показал, как нужно реализовывать программы технологического развития, импортозамещения, инновационного развития. И этот опыт, конечно, может и должен распространяться. Кроме того, в ходе заседания Вячеслав Федорищев вручил региональную награду «Знак отличия князя Григория Засекина» председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову. Леонид Кошман, Алексей Вельмицкин, телеканал «Губерния». В первый день работы участники 72-го заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти посетили несколько объектов Самарской области, составляющих ядро инновационной системы региона. Подробности в материале Алии Саидбаталовой. От идеи до технического воплощения. Свыше 200 проектов уже прошли этот путь на базе Центра серийного производства Самарского государственного медицинского университета. Именно эту площадку посетила делегация законодателей регионов Приволжского федерального округа, чтобы познакомиться с инновационными разработками самарских специалистов в сфере здравоохранения. Создан центр в ноябре 2022 года. В настоящее время десятки изделий выпускаются. Это навигация, реабилитация, телемедицина, индивидуальные эндопротезы и другие. Уникальность в том, что в университете в СамГАМУ сейчас создан полный цикл от идеи R&D, инжиниринг и серийное производство. Вокруг вуза создана экосистема, патентный поиск, маркетинг, вывод на рынок, регистрация в Росздравнадзоре. Вот это все и позволяет формировать технологический суверенитет страны в системе здравоохранения. Центр серийного производства расположен в индустриальном парке «Преображенка». Здесь на площади более 7,5 тысяч квадратных метров установлены современные станки с программным управлением, термопласт-автоматы, сборочные линии. А в так называемой чистой зоне производят медицинские изделия и расходные материалы. Посетив центр, главы законодательных собраний Поволжья оценили размах осуществляемой здесь деятельности и отметили, что в инновационном движении Самарская область шагнула далеко вперед. Здесь показ, пример, как должна работать в целом любая технологическая разработка. Разработчик, наука, обоснование, опытные образцы и плановое производство. Здесь выполняют такие вещи, которые, в общем-то, на уровне иногда и происходят. Любые зарубежные аналоги. Нам нужны технологические прорывы. Здесь, в Самаре, на этом предприятии конкретно сделано так, как это нужно делать. Следом делегация посетила региональную площадку «Трансфер инноваций» Куйбышевской железной дороги. Лидеры по внедрению инновационных проектов среди филиалов РЖД. Сотрудники представили гостям свои разработки. Среди них система «Цифровой сигналист», которая оповещает работников о приближении поезда, а также программно-аппаратный комплекс распознавания дефектов.
Эти площадки – лишь малая часть инновационной деятельности, проводимой в нашем регионе. В Самарской области работает представительство Фонда содействия инновациям. За 5 лет на поддержку передовых проектов было привлечено более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Кроме того, функционирует региональный центр инноваций, который успешно внедряет систему единого окна для предпринимателей. Алия Сетбаталова, Константин Макаревич, телеканал «Губерния». К другим темам. На стыке творчества и бизнеса. Сегодня в регионе активно развивается сфера креативных индустрий. Еще больше продвигать это направление поможет грантовая поддержка. Новую меру в этом году вводит региональное Минэкономразвитие. Все тонкости вопроса обсудили с самими предпринимателями на проектной сессии «Креативный бизнес». Все детали встречи в материале Алии Сайдбаталовой. Собственный бренд ювелирных украшений Ирина Шарова вместе с супругом запустили в 2016 году. Эксклюзивные серебряные украшения, кольца, серьги, кулоны. Все начиналось со штучных экземпляров и постепенно набирало обороты. Новый проект производства станков для изготовления бижутерии презентовали на выставке в дни проведения масштабного форума «Мой бизнес». И такими возможностями для предпринимателей стараются пользоваться как можно чаще. Мы уже воспользовались поддержкой займа от ГФСО, взяли у нас есть займ для малого предпринимательства. Вот. И мы, собственно, развиваем на него новое направление в нашей деятельности. Сейчас мы, в принципе, очень активно участвуем везде. Вот. И раз есть еще какие-то варианты поддержки, то нам обязательно нужно их изучить. Для знакомства с новой мерой господдержки, грантом для представителей креативных индустрий, прибыли в центр «Мой бизнес». Здесь для участия в проектной сессии собрались предприниматели со всех уголков губернии, представляющие самые разные направления творческой деятельности. Индустрии моды, ремесла, IT и другие сферы. Сегодня мы как раз хотели бы обсудить новую меру поддержки, которую в этом году вводим в регионе. Это гранты для креативных индустрий. И обсудить с представителями сообщества, по каким направлениям лучше предоставлять грант, да, для каких результатов, чтобы в итоге эти бюджетные средства принесли качественное развитие тем проектам, которые они получат, и в целом креативной индустрии в регионе. Развитию малого и среднего бизнеса в регионе уделяется пристальное внимание. Для этой категории действуют специальные инструменты поддержки, в том числе в рамках профильного нацпроекта. С центром «Мой бизнес» мы общаемся очень давно, в принципе, практически, как я начала свою предпринимательскую деятельность. И, безусловно, та поддержка, которая идет отсюда, для меня лично очень важна. Это и встречи, и необходимые вопросы, которые, естественно, возникают у любого предпринимателя в процессе развития и в процессе масштабирования. Алия Сетбаталова, Константин Макаревич, телеканал «Губерния». От небольшого пруда до промышленного производства. В Красноармейском районе заработала ферма по производству красной рыбы. Комплекс по выращиванию форели открыли супруги Андрей и Надежда Черновы. Полностью автоматизированную ферму с нуля удалось построить благодаря господдержке. От удочки до серии бассейнов. Репортаж Сергея Павлова. «Я просто сюда приехал порыбачить», – вспоминает Алексей Чернов. Лет 20 назад на Софинские пруды Красноармейского района он приезжал отдохнуть, а потом выкупил водные угодья, привел в порядок и развил рыбалку. Карп, щука и даже сом. Решил добавить в аквафауну форель. Не пошло. «Если в УЗВ можно вырастить товарную рыбу там, в течение года, за год там, получить 1,5 килограмма с рыбки, то в садках это нужно времени 3 года. Потому как летом вода нагревается теплой, она плохо кушает, есть кушать, то есть кормить ее нельзя. А зимой наоборот, вода холодная, то есть ей нужна всегда определенная температура». Загорелся Алексей с супругой Надеждой выращивать именно форель. Если природный пруд не позволяет, почему бы не создать оптимальные условия для этой рыбы? Узнали, что можно создать проект и даже получить на него господдержку. Новые возможности открылись с выигрышем гранта по программе «Семейная ферма». «А в инкубаторе заложено 4 инкубатора, здесь заложено 70 тысяч икринок. А вот они на стадии, сейчас как раз можно, если камера покажет, они на стадии выведения. Вы видите, вот как черные точечки там вот с икры выходят. То есть процентов 50, вот они сейчас у нас на данный момент вылупили». Черновы заложили целый комплекс по выращиванию форели, а конкретно стальноголового лосося. Система бассейнов от подращивания малька до взрослой особи. В каждой своя стадия, необходимая температура, уровень кислорода и в каждом периоде нужный баланс корма. Фермеры устроили свою крафтовую кухню, набирают вес все особи.
Вот этот корм. Что здесь входит? В состав входит 11 ингредиентов. Это рыбная мука, там пшеница, кукуруза, соя, жмых, то есть витамины, тут комплекс витамин. То есть в составе 11 ингредиентов. Вот мы можем сейчас показать, как она кушает. Уже в ближайшее время тут готовы производить до 20 тонн форели в год. В этом году на развитие семейных ферм в Самарской области направят почти 100 миллионов рублей. Сергей Павлов, Сергей Александров, телеканал «Губерния». В регионе продолжаются испытания сельскохозяйственной техники на газомоторном топливе. Переход на него с дизельного позволит сделать еще один шаг к достижению углеродной нейтральности российской экономики. То есть постепенно заменить ископаемые виды топлива, такие как уголь или нефть, на возобновляемые чистые источники энергии. Какие критерии в оценке учитывают специалисты и когда можно будет подвести итоги, расскажем прямо сейчас. Полевые испытания в самом разгаре. Первые тракторы отечественного и белорусского производства на газомоторном топливе проходят апробацию на Поволжской машиноиспытательной станции. Специалисты определяют, способна ли эта сельхозмашина выполнять необходимые операции с разными видами оборудования. Особое внимание на такие характеристики, как расход топлива в час, по гектарам, производительность агрегата. Требуется обучение на обслуживание газобаллонного оборудования, то есть должно пройти обучение с использованием именно специфики этого топлива, то есть все-таки газ это взрывоопасная смесь, может образоваться. Поэтому есть нюансы в эксплуатации, есть правила безопасности, которые должны выполняться. С точки зрения управляемости, как я сказал, здесь как бы нюансов никаких нет, есть проблемы немножко с обзорностью, потому что эти баки закрывают заднее стекло, и немного трактористу некомфортно контролировать машину. Трактор на газовом топливе имеет такую же мощность, как и на дизельном – 360 лошадиных сил. Президент Владимир Путин обозначил роль перехода на газомоторное топливо в реализации национальной стратегии развития. Это одно из технологических решений для достижения углеродной нейтральности российской экономики. Ровно как и атомная генерация, гидроэнергетика, оно способствует выполнению климатических целей. Для аграриев это еще и экономически выгодно. Испытания проводятся на протяжении 2 недель. Подвести итоги специалисты смогут лишь в конце сезона, когда закончится комплекс апробаций. Здесь мы проводим стендовые испытания, здесь проверяются мощностные характеристики двигателя на разных работах, режимах работы двигателя. То есть, по идее, в идеале у нас должны совпасть полностью показания, которые мы снимаем в поле и которые мы снимаем на мощностном стенде. То есть у нас таких стендов 2, то есть данный, здесь представлен трактор 1221. Этот трактор уже закончил предварительные полевые испытания. Сейчас мы его привезли на стенд, будем снимать полностью все характеристики. Предприятия региона постоянно обновляют свой парк. По итогам 2023 года аграриями приобретено более 500 тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники. В этом году на поддержку технической модернизации АПК предусмотрено свыше 200 миллионов рублей из областного бюджета. Елизавета Должикова, Сергей Костин, телеканал «Губерния». А сейчас об инновациях в здравоохранении. Познакомиться с историей пациента, провести обследование и проконсультироваться онлайн с врачами из центральных районных или городских больниц. Все это возможно благодаря пилотному проекту «Цифровой ФАП», который реализуется с 2022 года в Самарской области. Как он облегчает работу специалистам на местах? Замечают ли изменения пациенты? Выясняла наша съемочная группа. Репортаж из Большеглушицкого района. Мы сейчас измерим артериальное давление через планшет. Загружаем ваши данные в программу. То есть фамилия, имя, отчество, вес, рост. И начинаем прием. Добавляем функцию артериального давления. ЭКГ-аппарат, тонометр, глюкометр и термометр. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Малая Глушица оснащен портативным кейсом, разработанным Самарским медицинским университетом. Он позволяет не только отслеживать историю пациента, в каких лечебных учреждениях он бывал, какие процедуры проходил, какое обследование назначалось, но и проводить онлайн-консультации с медиками. То есть эти параметры, которые мы измеряем именно этим кейсом, переходят на планшет. С планшета уже идет связь с врачом. Врач ЦРБ, либо врачи городских больниц. А затем уже непосредственно идет контакт с врачом.
Врачи решают либо внести коррекцию изменений каких-то препаратов, то есть если там повышение идет давления, но пациент принимает препараты, они не помогают, либо не достигнут эффект терапии. Либо нужны какие-нибудь дополнительные обследования в плане обследования узкими специалистами. Ну, в экстренных случаях это госпитализация. Этот ФАП был капитально отремонтирован в 2023 году. Так обновился фасад, заменена кровля, проведены внутренние отделочные работы. Но самое главное, появилось необходимое медицинское оборудование. Местные жители признаются, изменения заметны каждому. Я и вообще жители села Малая Глушица очень рады, что вот наше здание сейчас в таком хорошем состоянии. Светло, тепло, уютно. Вот, Наталья Андреевна у нас молодец. Всегда она на месте, всегда оказывает помощь в любое время. Подразделение Большеглушицкой центральной районной больницы принимает участие в региональном проекте «Цифровой ФАП». Он реализуется с 2022 года. К нему уже присоединились 99 медицинских подразделений населенных пунктов области. В рамках проекта обследования прошли уже более 2100 пациентов. Информатизация системы здравоохранения на сегодняшний день – это не будущее, а уже настоящее. Используем не только в работе крупных медицинских учреждений, но и в том числе центральных районных больниц. Благодаря национальному проекту наше подразделение на сегодняшний момент обеспечено всей необходимой компьютерной техникой, в том числе с подключением к сети интернет, которая позволяет использовать медицинскому работнику на ежедневной основе единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Елизавета Должикова, Владимир Терентьев, телеканал «Губерния». Более 400 тысяч пособий по временной нетрудоспособности выплатило отделение соцфонда по Самарской области жителям региона за 5 месяцев этого года. Они выплачиваются официально трудоустроенным гражданам в случае болезни, травмы, карантина или необходимости ухода за членом семьи. Сумма перечисляется в течение 10 рабочих дней. Первые 3 дня работодатель оплачивает из собственных средств, после чего Социальный фонд России берет на себя дальнейшую оплату за все последующие дни. Если листок нетрудоспособности гражданина сформирован в связи с уходом за больным членом семьи или карантином, то пособие за весь период выплачивается за счет средств регионального отделения фонда. При расчете пособия учитывается средний заработок сотрудника за 2 предыдущих года и его страховой стаж. Если стаж менее 5 лет, гражданин получает 60% от среднего заработка. От 5 до 8 лет пособие составляет 80%, более 8 лет листок нетрудоспособности оплачивается в размере 100% от среднего заработка. И еще о здоровье. Сегодня, 4 июня, Международный день борьбы с кариесом. Дата нацелена на пропаганду здорового образа жизни и своевременного лечения зубов. Мои коллеги пообщались с врачом-стоматологом и выяснили, как правильно чистить зубы, есть ли некие тренды в проведении этой процедуры и почему, помимо щетки, лучше все же обзавестись еще и ирригатором. Ответы в рубрике «Комментарий». Ну, когда я училась в университете, нам показывали, и когда я была маленькой, я тоже ходила в поликлинику по месту жительства, и нас обучали так делать выметающие движения. Это классика жанра, так говорят все стоматологи. Современные тренды чуть-чуть иные, то есть мы уже берем щеточку мягкую, ставим ее под углом 45 градусов, заводим в межзубной промежуток, и как будто бы чуть-чуть там, ну, допустим, не выметаем, но проходимся в межзубном промежутке и по эмали. Вот таким вот как бы странным движением. А по горизонтали вот так вот нельзя? Вот это вот уже считается неправильным вариантом чистки зубов. Разделим группу зубов на 3 сектора. Жевательные слева, жевательные справа, центральные. Мы должны не забывать вычищать щечные поверхности, язычные поверхности, нижняя челюсть, да, убираем обязательно около языка и саму короночку вычищаем. Щетку держим не как ребенок, а как пища и перо. Мы прям управляем щеткой, то есть ввели в промежуток, вывели, ввели в промежуток, вывели. 2-3 минуты, горошина пасты зубной, и вы в идеальном состоянии. Кстати, еще хочу заметить, немаловажно пользоваться зубной нитью. Можно и ирригатором, как дополнительным методом. Ну, что сделает ирригатор? Ирригатор уберет лишнюю пищу, вот там мельчайшие загрязнения. То есть это как дополнение, это не
единственный метод будет, а именно как дополнение. В Самаре полным ходом идет подготовка к пляжному сезону, который по традиции стартует в середине июня и продлится ориентировочно до середины сентября. Все зависит от погодных условий. Сейчас берег Волги очищают от мусора, затем водолазы обследуют акваторию реки в будущих зонах купания, а на самарские пляжи завезут 11,5 тысяч тонн песка. С 10 июня с 8 утра до 9 вечера в ежедневном режиме начнут работать 14 спасательных постов. В этом году в Самаре оборудуют 8 официальных пляжей. Места их расположения традиционные. Это первая очередь набережной Волги от Ленинградской до Вилоновской, вторая очередь от улицы Маяковского до дамбы в районе Кинапа, четвертая очередь набережной от Осипенко до дамбы у Силикатного оврага. Также будут оборудованы пляжи в районе Загородного парка, под спуском по улице Советской Армии, на Барбошиной Поляне, в районе санатория Можайский и на Красной Глинке. На пляжах первой очереди набережной в районе спуска улицы Некрасовской и второй очереди набережной в районе спуска улицы Полевой организуют зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованные всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Завтра местами по области воздух прогреется до 30-31 градуса. Слишком жаркая погода таит немало опасностей. О том, каких правил стоит придерживаться, чтобы успешно пережить жаркие летние дни, мы спросили у главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Александра Муравца. Жара ни разу не шутка. Жара во многих отношениях более опасный фактор, чем холод. Потому что, если очень коротко, от холода надо одеться, и вы защитились. С жарой этот номер не проходит. Потом надо понять патогенез, почему жара так опасна. Потому что то, что запускает жара, это обезвоживание. Обезвоживание – это сгущение крови. Сгущение крови – это риск острых сосудистых катастроф, инфаркт и инсульт. То есть это очень-очень серьезный фактор. Поэтому если прямо вот пробежать, то коротко. Во-первых, без нужды в самые жаркие моменты просто оставаться дома. Если вы, допустим, уже вам не нужно идти на работу, если вы находитесь на пенсии. И эта простейшая рекомендация, она очень-очень работает. Потому что дома, независимо, есть климатическая техника или нет, мы всегда себе можем, оперируя душем, оперируя шторами, оперируя там питьевым режимом, мы в любую уличную температуру можем себе создать приемлемые, относительно безопасные условия. Вот это уже на улице не всегда получится. Ну, да. Дальше, значит, если мы на улице, да, то мы все-таки говорим, допустим, про Самару, мы в миллионном городе. Не стесняемся, если плохо, дискомфорт, кругом салоны сотовой связи, супермаркеты. Пожалуйста, почувствуйте чуть-чуть себя плохо, зайдите в супермаркет, они все кондиционируются. А если вы там еще купите бутылочку водички, а потом еще, когда выйдете, немножко ее выпьете, вот, то вообще будет замечательно. Значит, питьевой режим, мы к нему переходим, если это очень важно, не менее 2,5 литров в день, конечно, каждый должен потреблять. И что еще есть, тоже тонкий момент. По мере прогрессирования перегрева, те ощущения, которые у человека возникают, это головокружение, это какое-то ощущение дурноты или даже тошноты, оно блокирует ощущение жажды, потому что человека подташнивает. И вот здесь очень важно пить, ну, может быть, я грубо скажу по расписанию, но усилием воли. Если человек знает, что он давно не пил воды, именно чистой воды, нужно через силу попить, а когда он сделает первые пару глотков, он почувствует, что жажда на самом деле была сильной. И это особенно детей касается. Вот. Ну что еще? Помнить о том, что не только солнце вызывает жару, но и общая температура воздуха. То есть, может быть, плюс 30 с лишним, при этом легкие облачка, и это те же самые риски обезвоживания. Все то же самое. Тепловой удар, солнечный удар, совершенно идентичные вещи. Мне, конечно, немножко вот времени не хватает. Я выбираю какие-то важные вещи. И не забываем про голову. Не забываем про голову, потому что особенно у лиц старшего возраста и у детей, но вообще-то у всех, то есть это светлый головной убор, это тоже колоссальный защитный фактор. В целом должна быть такой вот, должно быть понимание, если вот очень коротко резюмировать, что это очень серьезный риск для всех. Вот. Это не, без нужды не рисковать и
А если все-таки такая необходимость есть, то мы просто понимаем, что сейчас очень жарко. Это непростая ситуация для организма. И здраво просто рассуждаем, что мы можем сделать, чтобы риск минимизировать. Я еще раз сказал, идем по теневой стороне, не идем через силу, используем магазины, аптеки, салоны сотовой связи для того, чтобы чуть-чуть охладиться, пьем воду. И смотрите далее в нашем эфире. Почти 400 семей приняли участие в окружном этапе всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Сколько самарцев прошли финал и чем удивляли? И как связана история масштабного конкурса с самарской землей? Узнаем. Они поют о родине, патриотизме и ценностях, созвучных каждому россиянину. В регионе продолжается 10-й всеармейский фестиваль. О том, как прошли концерты в Тольятти и Новокуйбышевске, расскажем. В Общественной палате России открылась выставка работ юных художников. Представлены на ней рисунки жителей нашего региона. Как выглядит семья глазами детей, покажем. На платформе «Россия – страна возможностей» состоялся масштабный конкурс «Это у нас семейное». Окружной этап ПФО прошел в Уфе с 30 мая по 2 июня. Участие приняли около 370 семейных команд из всех регионов Приволжского федерального округа. Всего же на конкурс поступило почти 600 тысяч заявок. Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству участников. Кроме того, именно семья из 63-го региона была инициатором конкурса, идею которого поддержал президент Владимир Путин. Почти 400 семейных команд из разных уголков Приволжского федерального округа приняли участие в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Самарскую область представляли 35 семей, в каждой команде от 4 до 6 человек. Им предстояло показать себя в интеллектуальных, спортивных и творческих состязаниях. Отдельное внимание посвятили проверке знаний о родных регионах. Семья – самое главное в жизни каждого из нас. Это и опора, это и уверенность, это и любовь, и радость. Это все то, что дарит семья. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях не раз подчеркивал, что семья, где воспитывается много детей, это оплот уверенности в будущем, это всегда олицетворение традиционных российско-духовно-нравственных и семейных ценностей. Это такой пример подражания для очень многих. Победителями окружного этапа от Самарской области стали 7 семей. Приехали участвовать, получить удовольствие от конкурса, еще раз испытать свои семейные возможности. Мы это получили, и плюс еще такой бонус – это путевка в финал. В первую очередь мне бы хотелось от лица всей нашей семьи поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, всех организаторов конкурса и всех причастных к его проведению. Дальше больше. В июле состоится всероссийский этап конкурса «Это у нас семейное». Туда отправятся 300 команд со всей страны. Они отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Напомню, инициатива проведения конкурса «Это у нас семейное» принадлежит семье Скотковых из Самары. Идея была поддержана президентом Владимиром Путиным. Мария Левина, телеканал «Губерния». Лето, пора каникул и активного семейного отдыха. Многие вместе с детьми отправляются в парк аттракционов. На них приятно прокатиться с ветерком в жаркую погоду и получить дозу адреналина. Американские горки, карусели, колесо обозрения, автодромы. Насколько они безопасны для детей? Об этом мы поговорили с представителем прокуратуры Самарской области. Все аттракционы, действующие на территории Самарской области, они внесены в соответствующий реестр. Естественно, контролирующими органами перед их открытием регулярно производится проверка, дается соответствующее заключение на предмет, соответствующее требованиям действующего законодательства. Как показала надзорная практика, ряд предпринимателей, не будем их сейчас называть недобросовестных, идут на ухищрение и подделывают документы. Есть у нас такой пример, как возбуждено уголовное дело по городу Тольятти, где предприниматели, осуществляющие услуги по предоставлению вот этих развлекательных услуг,
внес изменения в конструкцию аттракциона, предоставлял родителям и в том числе детям запрещенные к предоставлению услуг вот эти вот аттракционы, в результате чего девочка одна скатилась с каната в бассейн поролоновый, ударилась спиной, причинила себе травму фактически и стала инвалидом. Компрессионный перелом 5-6 позвоночника, инвалидность на всю жизнь. Родителям хочется в первую очередь сообщить, что если вы видите какие-то нарушения, либо что тот или иной аттракцион вышел по недосмотру сотрудников этой фирмы из строя, либо, значит, те или иные действия сотрудников, предоставляющих эти фирмы, влекут угрозу жизни и безопасности для детей, в первую очередь вы можете сообщить об этом как в прокуратуру Самарской области, так и в иные правоохранительные органы, и соответствующая информация будет потом передана по инстанциям. В этом году свое 35-летие отмечает Самарская областная татарская общественная организация «Тугантел». На русский ее название переводится как «родной язык». Несложно догадаться, что организация объединяет активных, творческих и талантливых людей, которые любят свою культуру и делают все, чтобы сохранить ее для будущих поколений. О том, как ведется такая работа, сегодня поговорим с президентом «Тугантел» Ильясом Шакуровым. Здравствуйте. Хайликен, добрый день. Ильяс Гумерович, изначально хочу вас поздравить, да, с праздником, 35-летием, благополучия и, главное, соратников, наверное, которые будут помогать вам в нелегком и благородном деле сохранения языка родного, да, и культуры. Вот. А для начала давайте напомним, как появилась организация. То есть 35 лет – это 80-е годы, да, конец 80-х, перестройка. Что повлекло за собой появление «Тугантел»? Вы знаете, конечно, естественно, что осознание необходимости создания именно организации возникло у людей с юридическим образованием, с высшим образованием, инженерно-технических там, кадров, там, у инженеров-конструкторов, авиационного завода, завода «Салют», потому что именно образование дает восприятие, системное восприятие окружающего нашего мира и действительности. И если в октябре, в ноябре 1988 года инициативные группы начали собираться, обсуждать, было бы хорошо систематизировать всю эту работу. Потому что какая-то деятельность, она уже была, мечеть работала. Были так, в 70-80-е годы очень активно работал такой пятачок, где на территории парка «Дружба народов», в загородном парке молодежь знакомилась, танцевала, плясала, пела песни, общалась, знакомилась, создавала семьи. Вот как раз этой всей работе нужна была координация и систематизация. Вот как раз для этих целей возникла такая организация. И вот я недавно общался с людьми из Татарстана, которые из других регионов, из Москвы к нам приезжал гость. Говорит, что я давно уже слышал про такую организацию «Тугантел», все никак вам не приехал. Вот наконец пригласили, спасибо, приехал. И руководители Всемирного конгресса татар, да, в свое время, даже в Татарстане, смотрели на опыт вот этой организации на территории Куйбышевской тогда области, изучали его и масштабировали на другие регионы. Когда организация как бы фактически создалась в январе 1989 года, а юридически была зарегистрирована в мае 1989 года, в феврале месяце уже прошел первый зимний сабантуй. Нет, у нас в народе такого нет, зимний сабантуй. Но как повод собрать своих соплеменников был использован великолепно и дал хороший результат. Был такой невообразимый подъем населения, интересы к этому мероприятию. Там настолько люди хотели попасть на зимний сабантуй, что даже дверь вынесли в Дворце спорта авиационного завода, потом отдельные деньги за это платили, чтобы восстановить эти двери. Проходили и фестивали татарской песни среди школьников, олимпиады. Какие еще мероприятия? Газета «Бердамлек» издается уже 34-й год. За 35 лет, да, произошли какие-то изменения, может быть, в миссии, в основных направлениях работы? Какие они сейчас? Вы знаете, с одной стороны, сейчас много коммуникационных возможностей, помимо живого общения. И, естественно, в самом начале квартирные телефоны были у единиц, потом появились пейджеры, потом сотовые телефоны. Ну, все, собственно, на наших глазах. Сегодня есть интернет, социальные сети, коммуникаторы, мессенджеры, чего только нет. Прежде всего, есть интернет, который дает огромные возможности. Но, к сожалению, то, что дает живое общение, наверное, не может заменить ничто. У нас есть молодежное крыло «Тугантел». Наша молодежь ездит, посещает большие значимые мероприятия, которые проводит Татарстан. В 2014 году мы проводили «Татар-КЗ».
очень хорошее, яркое, яркое такое важное мероприятие прошло. До сих пор вспоминаю. В 2012 году мы организовали теплоходы тур с участием тоже молодежи в Казань на огромном четырехполом теплоходе Федор Достоевский. Проводим олимпиады. В 2012 год издают журнал «Самарские татары». Работают сайты. Несколько татар на самарской земле работают. Работает школа Яктылек. У нас есть активисты Искандер Саитов с его помощью, Тугантель, и федеральная, и областная автономия, и общество Дуслык проводили мероприятие МИРАС. Он вырос до международного уровня, за что им огромное спасибо. Вот последние годы с этим чуть-чуть проблемы в связи с пандемией. А так, я надеюсь, мы этот фестиваль, этот конкурс тоже восстановим. Ну, что еще? С водой проходят, секции работают, кружки работают. Семинары определенно проводим, конференции проводим. Но я вам скажу, с одной стороны, тяжело работать, потому что действительно людей, пирамида масла, мы знаем, как интересы людей распределяются, что знание своей культуры, знание своего языка и что-то вот духовное, к сожалению, людей это в последнюю очередь. Сначала надо поесть, попить, одеться и развлечься. Но, слава Богу, вот 31 числа мы провели мероприятие. Мы очень довольны явкой, люди и заинтересованность людей. Огромное спасибо, что они, что у них есть интерес, и они уважили и нас, и уважили и себя, свой народ. Пришли на мероприятие, надеемся, что у этих обсуждений, у этих мозговых штурмов будут продолжения. А ближайший Сабантуй пройдет 23 июня, если запланировано, не ошибаюсь? Да? Если ничего такого не будет, ничего такого, то 23 июня в парке Гагарина. Как готовитесь? Ну, сейчас вы знаете, когда... В свое время без Тугантеля Сабантуй не обходился. Но сейчас национальное движение и вот количество общественных организаций позволяет Тугантель непосредственно Сабантуй и не заниматься, а он проходит уже без нашего... Ну, мы долгое время проводили мы одни, потом организационно были основными организаторами, потом были основными участниками. На сегодняшний день члены общества Тугантель тоже в этом мероприятии участвуют, организуют работу детской площадки, еще какие-то вещи. Мы там какие-то... Каждый год, последний год на этом Сабантуе, в Самарске, мы вручаем премию Фатеха Муртазин, которая учреждена всеми общественными организациями. И это и Тугантель, и областная автономия, городская автономия, и общество Дуслык. И вот такая консолидированная награда лучшим представителям нашего народа, который вносит наиболее значительный, весомый вклад в сохранение нашей, в сохранение и развитие, и позиционирование нашего народа в Самарской области. Бигзур Рахмет. Спасибо большое, Ильяс Гумерович. Напомню, у нас в гостях был Ильяс Шакуров, президент Самарской областной общественной организации «Тугантел», которая в этом году отмечает свое 35-летие. Творческое отражение героизма военнослужащих, их верности Родине и веры в победу. В Самарской области продолжается 10-й всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России. Наряду с участием в конкурсной программе коллективы представляют концерты в разных муниципалитетах региона. С подробностями Марина Промошкина. Будущее Великой России. Концертную программу с таким названием талетинскому зрителю представляет ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. В зале аншлаг. Ой, конечно, сейчас очень важно и слушать песни, и видеть красные флаги, флаги Российской Федерации, и музыку, и стихи, потому что фронт, война нас должно объединять культурой. Артисты исполнили музыкальные композиции отечественных авторов, народные песни и хореографические постановки. Концерты в разных муниципалитетах региона – часть 10-го юбилейного всеармейского фестиваля. В этом году он объединил 12 ведущих коллективов страны. В течение недели участники поборются за победу и призовые места в рамках конкурса. Выступление оценит экспертное жюри, представители Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и известные деятели культуры и искусства. Ну, конечно, мы хотим... победы, как и любые участники этого фестиваля. А вообще мы хотим на самом деле подарить хорошие эмоции, получить эти хорошие эмоции и с радостным настроением вернуться домой в наше место постоянной дислокации. Мы уже друзья, мы коллеги, мы радуемся друг за друга успехом. Это творческий рост любого коллектива. Мы друг у друга что-то берем, что-то подсматриваем, ну, чего уж греха таить. Да, и на следующий год, на следующий фестиваль мы показываем что-то новое и удивляем друг друга.
Фестиваль отражает мобилизующую роль военного искусства, одного из источников чувства патриотизма. Во все времена музыка, обладая мощной силой, поднимала дух бойцов, вселяла непоколебимую веру в лучшее. Народ и армия у нас всегда едины, поэтому мы должны нести, во-первых, нашу культуру, армейскую культуру в массы, ну и в том числе, конечно, наше главное предназначение – это работа с личным составом, поднятие его морально-психологического состояния, вопросы воспитания патриотизма среди молодежи и мирного нашего населения. Каждый раз мастерство военных музыкантов вдохновляет, воодушевляет, делает тебя внутренне таким одухотворенным и окрыленным, потому что мелодии, которые они исполняют, всем известны. По сути дела, это культурное воспитание наших граждан. На сцене Новокуйбышевска ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. Судя по отклику зала и несмолкающим овациям, творчество многочисленного коллектива с первых минут нашло отклик в сердцах зрителей разных поколений. Даже слезы текли, потому что все и Великое Отечественное, и современность, все вместе собрали. Очень хорошо, очень приятно было увидеть. Услышать. Военные ансамбли созданы для того, чтобы быть рядом с нашими бойцами, бок о бок поддерживать их боевой дух. За прошлый год ансамбль дал более 600 концертов для участников СВО. В ансамбле сформировано несколько фронтовых бригад. Столицей всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски Самарская область становится уже в третий раз подряд. В прошлом году событие прошло в регионе с большим успехом. По словам участников проведения фестиваля на Самарской земле, в сердце России уже стало доброй традицией. Марина Промошкина, Андрей Алексеев, телеканал «Губерния». Два десятка картин, разные жанры, стили и подходы к теме, важные для каждого. На площадке Общественной палаты страны открыли выставку художественных работ «Моя душа Россия». О современной российской семье глазами детей расскажем в следующем сюжете. Коллажи, работы, созданные при помощи нейросети, рисунки акварелью. На выставке, открытой на площадке Общественной палаты России, представлены разные направления творчества. Но объединяет их одно – авторы, дети. И каждый на полотнах рассказывает историю о себе и своей семье. Вот в такое непростое и странное время, которое обнажает очень многие острые моменты, в том числе и восприятие в обществе, то, как дети видят формат современной семьи, как они видят себе перспективу в динамике развития нашего будущего. Это и представляет собой уникальность. Мы через эту выставку, через изобразитель искусства рассчитываем и уверены, что мы объединим наших маленьких граждан, ради которых мы сегодня все живем, что-то делаем, работаем, творим, создаем. Воспользовались и современными технологиями, как искусственный интеллект, и объединили такой и классический вариант изобразить искусство, и современные технологии. Здесь, конечно, мы видим, что дети сегодня тянутся к интернету, тянутся к искусственному интеллекту. Наша задача, как старшего взрослого, показать им правильный путь. Через изобразительное искусство можно воспитать здорового человека, который любит свою страну и родину. В этом уверены организаторы выставки. Они объединили юных творцов из 20 регионов России. Причем многие из представленных картин созданы маленькими художниками из Самарской области. Теперь их увидит вся Россия. Мне хочется сказать, что данные работы будут использованы в качестве иллюстрации именно в той книге стихотворных произведений, которые сейчас мы собираем по линии Общественной палаты России. Эта книга будет издана и будет опубликована в начале ноября, именно приуроченная к итоговому форуму сообщества на площадке Музея Победы. Работать выставка «Моя душа Россия» на площадке Общественной палаты страны в Москве будет еще 2 недели. Екатерина Кузина, телеканал «Губерния». Стартовал прием заявок на всероссийский открытый парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». Масштабное культурное событие, направленное на создание доступной инклюзивной среды в сфере любительского театрального искусства, состоится в октябре. А подать заявку на заочный отборочный этап нужно до 15 июня. К видеозаписи спектакля участникам необходимо приложить перечень документов, обозначенных в положении о фестивале. Оно есть на сайте Агентства социокультурных технологий. К участию в фестивале
фестиваля приглашаются инклюзивные театральные коллективы из Самарской области и других регионов, а также особые проекты, в спектаклях которых участие артистов с инвалидностью составляет не менее 50%. Учредитель фестиваля – правительство Самарской области и региональный Минкульт, организатор – агентство социокультурных технологий. Синалойская королевская змея запуталась в себе, косуля сбросила лишние кило, а кошечка решила набрать. Вот такие отличные новости на сегодня. Эфир продолжает традиционный дайджест. Открывает рубрику отличных новостей «Синалойская королевская змея». Жительница Самарского зоопарка окончательно запуталась в себе, в прямом смысле этого слова. Представительница чешуйчатых решила продемонстрировать свои навыки на публику, но немножко оконфузилась. Судя по всему, делу не помогут даже самые именитые психологи. Героиня следующего ролика готовится к лету по-особенному. Косуля решила сбросить не только лишние килограммы, но и мех заодно. Фотоловушка на территории Жигулевского заповедника запечатлела самку в самом разгаре линьки. Она начинается в конце марта и заканчивается только в июне. Зимний подшерсток сменяется на легкую рыжую шубку. Завершает рубрику «Пушистая хитрюга». Мису лишний вес не заботит, а вот спрятанное лакомство даже очень. Кошечка очень филигранно заигрывала с кухонной дверцей в надежде, что внутри ее ожидает что-нибудь вкусненькое. Возможно, фокус бы удался, если бы не папарацци. Но пожелаем ушастой удачи в следующий раз. Медиахолдингу «Самарское областное вещательное агентство» исполнилось 4 года. У нас немало достижений. Одно из последних – аудитория подписчиков группы «Совы ВКонтакте» перевалила за 100 тысяч. В честь дня рождения «Медиахолдинг» проводит розыгрыш подарков. Среди них ВК-капсула «Нео» с голосовым помощником «Маруся», чехол для ноутбука, пауэрбанк, а также мерч от Самарского областного вещательного агентства. Тем, кто хочет стать претендентом на получение приза, нужно подписаться на сообщество «Сова Ньюс 63 ВКонтакте» и в комментариях к посту с розыгрышем написать поздравление или пожелание по случаю дня рождения медиахолдинга. А уже 14 июня мы выберем 4 самых теплых поздравления. 4 года, 4 призовых места. И объявим имена победителей в новом посте нашей группы ВКонтакте. Участвуйте и побеждайте! По случаю дня рождения медиахолдинга мы решили устроить необычную фотосессию. Теперь у сотрудников «Совы» есть снимки с настоящей совой, а вернее, длиннохвостой неясытью, которой, кстати, год назад наш коллектив спас жизнь. Так получилось, что птица сбилась с пути и случайно оказалась на территории возле Самарского областного вещательного агентства. Все закончилось благополучно. Травмированную птицу передали в заботливые руки, и сейчас она уже почти поправилась. Ну а о том, как прошла фотосессия, смотрите в нашем видео. Как вы думаете, сова она какая? Конечно, в первую очередь она статная, мудрая и абсолютно неконфликтная. Но для нас сова разная. Она известная и не очень. Уверенная и робкая. И, конечно, всегда готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Она улыбчивая и приветливая. Иногда обижается, но всегда со всеми мирится. Понимающая и организованная. Ищущая и находящая. Улыбчивая и гостеприимная. Собранная, если через 5 секунд эфир. И по-королевски сдержанные, решительные и не очень, скромные и увлеченные. Она строгая мама и беззаботный ребенок. Наша сова заботливая и всегда рядом. Мы все настоящие люди. Нас не сгенерировал искусственный интеллект, и за нас не думает компьютер. Мы дружим и ссоримся, улыбаемся и плачем. Мы ошибаемся, но признаем ошибки. Мы не гонимся и не догоняем. Мы не идеальные, но мы настоящие. Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Трюкач». А у меня пока на этом все. До встречи.
среду в Самарской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем +23, +29, ночью +15, +20. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозе порывы до 20. На севере и западе в дневное время +23, +28. На востоке и юге +25, +29. В Самаре облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь. Днем +25, +26, ночью 20 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45-70%.